Отца и Сына и Святого Духа. Христос рождается, славите, поем мы на Рождество Христово, младенца, Бога младенца, да, все мы славим этот праздник великий. Да, младенец Христос рождается в мир человеческий, рождается по плоти, да, и восьмой день он принимает обрезание. Это опять же тот же закон, наш человеческий закон на то время, который был обязательным, это такое некое посвящение Богу, ну, условно скажем, крещение. И Господь принимает этот же закон. Да, почему? Потому что Господь пришел всецело для людей по своей человеческой плоти. И Господь принимает, и все это ради нас. И рождается ради нас Христос, и принимает обрезание, потом дальше будет и крещение. Все Господь ради нас принимает. А для чего? Да, все мы знаем, что все мы наследуем вечную жизнь после крещения. Да, все мы, кто православные христиане, участвующие в крещении, да, водой и духом, да, все мы наследуем Царство Небесное, все мы наследуем вечную жизнь. И эта вечная жизнь начинается здесь на земле. Как Господь принял обрезание здесь на земле, так и вечная жизнь уже начинается на земле. И Господь уже во младенчестве несет свой вот этот вот подвиг, да, вот это вот служение нам, людям, уже вот маленьким, 8 дней, несет уже это служение. Мы же несем 8 дней служения Богу. Ну, наверное, нет, потому что еще не понимаем. А Господь уже несет. Да мы и в 30 лет можем не нести это служение так, как хотелось бы. Поэтому всегда, когда мы вспоминаем такие праздники великие, как обрезание Господне, да, то должны понимать, что если Христос, ну, как бы, перенес это все, то подражать мы можем всегда. Но хотя бы чуть-чуть мы должны за Христом последовать. Его примеру, этому человеческому, земному примеру. Да, потому что ленимся мы, все мы обещаем, но ничего не делаем. А вера наша без дел мертва, есть, говорит апостол Павел. Сегодня поминаем также на память святого Василия Великого, великого отца, да, нашей церкви, который участвовал, наверное, в больших догматических вопросах о нашей вере. Да, и поминаем его не просто так, и сегодня мы служили другие, Василия Великого. Она длиннее, она такая более глубокая, молитвенная. И святые отцы тоже потрудились для церкви. За веру Христа, во Христа, за веру нашу Христову, чтобы мы искренно и истинно верили в Бога. Поэтому давайте все-таки потрудимся, хотя бы чуть-чуть, хотя бы как 8 дней от нашего рождения, когда мы родились, хотя бы чуть-чуть там подрыгать нашими ногами, ручками, чтобы мы могли перед Богом дать ответ. Да, Господи, мы потрудились, были искушения, но мы трудились. В эти великие праздники, вот эти святочные дни идут, сегодня уже обрезание, еще раз поздравляю вас с этим праздником, дальше воскрешение, движемся дальше, работаем над собой дальше. С праздником вас, с обрезанием Господним!